Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии новый образовательный проект «Детский телесад». Оказывается, современный детский сад – это не только точный распорядок дня, правильное питание и игровые занятия. Здесь происходит много всего интересного. Обо всем этом мы узнаем в наших передачах. Инклюзивный детский сад. Что это такое? Ответ прост. Здесь вместе со здоровыми ребятами обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Какая она? Безбарьерная среда для самых маленьких. Это мы выясним в нашей сегодняшней передаче. Пузырь сдувается ротиком. Молодцы, давайте ротиком надуем. Это одно из упражнений в лекотеке 7-го детсада. Лекотека – это своеобразная группа кратковременного пребывания для особенных детей и их родителей. Маленькая Даша изучает геометрические формы с помощью интерактивной доски. Да, какая же форма у нас дальше? О, как вы думаете, что это у нас такое здесь? Звезда. Звезда, да. Девочка занимается здесь уже второй год, и результаты видны. Болезнь ДЦП понемногу отступает. Здесь в библиотеке обучают не только детей, но и родителей. Мы учимся, как правильно заниматься с нашими детьми. Крупу перебирать, допустим. Я об этом даже и не знала. Макароны перебирать. Вот. Это все для мелкой моторики. Таким деткам нужно общаться с такими же детками. Сейчас в лекотеке 16 детей с разными диагнозами. К каждому индивидуальный подход. В Чебоксарах открыто 6 таких групп, в которых учатся 50 малышей. Полный же день в группах компенсирующей направленности. Они есть как и в обычных, так и в специализированных детских садах. Елена Долгова провожает дочку Аню. Впереди насыщенный день. Сначала песочная терапия. Ребята рисуют руками цветы. В этой группе 10 детей. Все разного возраста, но у всех одна проблема – ДЦП. А, ты без меня хотя бы не проживешь одну секунду? Ну, может, 5 минут и все. 128-й садик специализированный. Аня ходит сюда уже 3 года. Раньше вместе с мамой занимались в лекотеке. Случай был не из простых. Девочка практически не ходила. И она у нас делает успехи. Стала сама больше ходить, более самостоятельнее. Во всем самостоятельнее. Там, само себя обслуживание, раздеваться, одеваться. Уже не дает мне за нее что-то делать. Кире 4,5 года, она не ходит и не говорит. Лишь недавно девочка смогла сказать первые слова. Среди воспитателей в группе и мама, они занимаются вместе весь день. Мне здесь очень нравится, вот, и находиться с ней, и для себя я многое узнаю, чтобы дома заниматься, не закрепить все это пройденные занятия, темы. Вот сейчас индивидуальное занятие с дефектологом. Педагог Ольга Чигаркина показывает упражнения на развитие моторики, а также объясняет, что такое цвет, форма и величина предмета. Вот, молодец, я тебе чуть-чуть вдену, а ты, пожалуйста, с другой стороны вытаскивай веревочку. Молодец! Проводим сначала диагностику обязательно ребенка. То есть учитываем его психологические, физиологические особенности. И исходя из этого строим индивидуальную программу развития. И уже работаем именно по ней. Индивидуальная работа дает значительный положительный результат. То есть ребенок практически всегда готов уже к обучению в школе. Кроме индивидуальных занятий проводят и групповые. Где синий гвоздик? И денем, держим пальчиком и соединяем верхний красный гвоздик. Вот так. Заяц ест капусту. Повтори, пожалуйста. Заяц ест капусту. Молодец. И... Белка ест орешки. Молодец, умница.
Еще одна из форм обучения – дистанционная. Педагоги проводят занятия с детьми, которые не могут посещать детский сад. Сеанс связи через скайп. День по 20 минут. Ребенок не выпадает из обучения. То есть мы все это поддерживаем, занятия проводятся систематически. Каждая встреча, как в первый раз, ребята не перестают удивляться электронному другу. Знакомьтесь, робот Лунтик. Он живет в 7-м детском саду уже несколько лет. Камера, динамик, микрофон и вот такой дисплей. Ничего замысловатого в роботе нет. Управлять им тоже несложно. Как говорится, справится любой ребенок. А выход в сеть обеспечивает скайп. Так что выйти в онлайн можно из любой точки, где есть интернет. Так что любой ребенок может ощутить тот самый эффект присутствия. Поиграть с друзьями или позаниматься, и все это, не выходя из дома. В нашей группе заболел Тимоша, и мы с ним общались по расстоянию. Хоть и Тимоша был дома, мы все равно с ним играли в группе. Пинай, 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 пинай. Вот, Надя, где Надя? Где он там? На месте. Игра в футбол, но не на поле, а в коридоре детского сада. Интерактивный пол недавно появился в садике «Созвездие». А вот этот подъемник в бассейне работает уже пару лет. Им пользуются малыши, которые плохо ходят. А вот этот тренажер – тренажер Гросса. С его помощью малыши 128-го садика учатся ходить, а рядом и патренажер. Давно известно, что именно конная езда помогает ребятам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Куда мы с тобой понесемся? На лошадке. Не знаешь? Да, быстро попадаем. Куда ты попадаешь? К тебе домой. Хорошо, поехали. Здоровее можно стать и в соляной пещере. В прошлом году три чебоксарских детских сада вошли в федеральную программу «Доступная среда». Теперь они безбарьерны для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашем дошкольном учреждении приобрелись различные приспособления для передвижения детей. Появились новое игровое оборудование, мультимедийное оборудование, пандус шикарный, уличное оборудование. Наши дети более свободно, беспрепятственно передвигаются по всему детскому саду. Неутешительный медицинский диагноз – не повод лишать своего ребенка радости детства. Общаться, развиваться, играть вместе со сверстниками. Когда-то это было мечтой родителей и детей, а уже сейчас это реальность. Это была передача «Детский телесад». До свидания. До свидания.